Сотрудники управления МВД России по городу Самаре и члены общественного совета при силовом ведомстве приняли участие во всероссийской патриотической акции «Свеча памяти». Десятки свечей и цветы возложили к монументу славы воинам, сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, сражавшихся за родину. Для молодого поколения, которое привыкло жить в мирную жизнь, они не знают, что такое война. Люди в 41-45 годах они боролись как раз за то, чтобы эти дети, да и мы, по сути, никогда не знали, что это такое. Мы проводим эту акцию, чтобы нынешнее поколение и будущее помнило, что память предков священна. Участие в акции приняли 11 сотрудников силового ведомства. По большей части это, что называется, свежая кровь. Вчерашние студенты. Проводится эта акция в большей степени для молодых сотрудников, чтобы помнили, какие подвиги совершали, значит, сотрудники в годы Великой Отечественной войны, отдавали свои жизни на благо нашей Родины. В завершении церемонии участники акции почтили память погибших минутой молчания. Мария Левина, Константин Головин. События.